Новые дезодоранты «Тимоти» дарят необыкновенную свежесть самых нежных природных ароматов. Дезодоранты «Тимоти». Открой всю силу природы. Существует 6 признаков нездоровых волос. Пантин Прави побеждает их все. Иногда возникают какие-то маленькие проблемы, связанные со съемками. Волосы становятся более слабыми. Я пользовалась Пантин комплексная терапия. Я поняла, что мои волосы можно сделать намного лучше. Они стали более здоровыми. Появилась сила. Это привлекает внимание окружающих, которые говорят мне: ни в коем случае не стриги волосы. Пантин Прави побеждает 6 признаков нездоровых волос. Пантин добавит уверенности. Только надо снова расчесать и вновь чувствовать себя богиней. ТВ-бинго-шоу «Юбилейный тираж». Разыгрывается огромное количество денежных призов. 15 автомобилей и впервые 1000 призов по $100. Выиграй в сотом. Награду настоящим мужикам. Будут провожать в Европу и тебя с друзьями. Прочитай правила конкурса футбольных болельщиков на этикетке пива «Толстяк». Сделай фотографию, на которой ты с друзьями болеешь за любимую команду. Отправь 3 пробки с фотографией и выиграй поездку в Европу для всей компании на матч российской команды в Лиге чемпионов. И еще 500 000 призов от «Толстяка». Добрый день, это операция «Тайд» или «Кипячение». Ой, мамочка! Ой, здравствуйте, здравствуйте! Ну, и что? Каким порошком вы стираете? Я прям так волнуюсь, что я даже не могу вспомнить, каким порошком. Белая майка. Она в шурушках каких-то, да, и черные пятнышки на ней. А вот обкипячивает. Вы верите, что тает может быть лучше, чем кипячение? Не верю. Проведем эксперимент. Что, мы будем стирать? А у меня ванна занята, бабушка моется. Бабушку не потревожим. Спрячем одну кипяченую вещь в сейф, а вторую вы будете стирать порошком «Тайд» без кипячения. Посмотрим, что получилось. Вот маечку замачил в вашем порошке «Тайд», пятна от сока, от апельсинового. Все отошли. Сравним с прокипяченной вещью. Эффект есть колоссальный. Это, мне кажется, вот более новее стало. Ну, реально, вот эта майка, конечно, вот белее, которую я стирал в «Тайде». «Тайд» или кипячение? «Тайд». Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Чистота, чисто «Тайд». И увидел Конан лицо своих врагов и взглянул им в глаза. Варвар подобен скале, он открыт всем ветрам, но не было силы, способной его превозмочь. На Первом канале Арнольд Шварценеггер в эпическом боевике «Конан Разрушитель».